30 минут поедем. Да, они объелись уже. Так я бегу, покормлю, а потом к тебе. Всем же можно? О. Привет. А Василиса двух смогла с рук покормить. Прямо с рук. Лебедей? Да. Ну, а ты думаешь, у меня как-то думает. Смотри. Ну, одну пачку покорми, а не ладно? Он сам же говорит. Иди сюда. Давай. Если информация сейчас будет жесткая для тебя. Очень жесткая. Ну, потом. Где за шаги? Ну, посмотрим. На какого? Чего вы так кидаете? Горячий. Сейчас все утонет и все. Топится. Вот они не едят. А да, они едят там что-то снизу. Наверху. Они тупают. Смотри, собаки. Видимо, тепло. Ну что, охотничь тоже? Это крюковка пятивердящая. Да, это мопс, конечно, тут крюковка пятивердящая. Да, идея кормить...